в торговый центр за штативом, обошли 4 магазина, штативов нет, но зато у нас будет пряные чай латы и имбирный кокосовый латы. Вот, как раз чай поспел. А так сверху, если снимать. Немножечко кофейного настроения. Дима расстроен, что у него не огромный стакан. Он любит все побольше. Настя, когда видит какие-то ковры, сразу подходит, смотрит, трогает. Блин, я обожаю реально всю эту ковровую тему, но у меня из-за пуси возможность иметь ковер отпадает, потому что нам все это дело грызет. Я купила коврик в ванную, очень красивый, покажу вам дома, в скандинавском стиле. Пуся тут же из него все нитки вытащила, поэтому я его убрала, и я без коврика в ванной живу. Смотрите, как классно поставили живые еловые веточки в магазине. Офигенно. То ли это мой имбирный пряничный латте так на меня действует, либо правда я словила новогоднее настроение. Короче, классно. И тут живая, смотрите, тоже растет. Смотрю на себя в зеркало и не понимаю, мне эта штука идет. Или я смотрю странно. А мне идет эта штука? Да? Нет, правда нравится? Да, прикольная она. Она внутри на вкине такая тепленькая. Да, прикольно. Симпатично. Как хорошо, когда парень не ругает, что ты ешь в машине и снег не отряхиваешь от ног. Я это делаю, но все равно. Короче, у меня на завтрак, на обед кочки, блин. Приятного аппетита. Стабилизация идеальная была на съемке. И это брецель с соленым, сладко-соленым маслом, короче. Это безумно вкусно, просто обалденно. И мой латте. Так, воды тебе взять, да? Я еще еду с своим кофе и с шубой Тедди белой, ну, чтобы вы понимали. Короче, мы выезжаем в одно очень крутое зимнее сказочное место. Будем жить в какой-то необычной палатке, иглу, бар такой, как будто бы прозрачный. Все вам покажу на месте. Должно быть просто офигенно. Если честно, очень хочется вот такой загородной, какой-то домашней, уютной атмосферы. Мы сейчас были в Карелии. Я влог там не снимала. Если вы не подписаны на мой инстаграм, то вы очень много пропускаете. Подписывайтесь. Там я выкладывала, конечно же, все сторисы, показывала, как все это происходило. И в Карелии в минус 20 сейчас зимой было просто безумно сказочно, необычно. Все было белое, в Москве снега не было. Сейчас он тоже выпал, пока мы отсутствовали. Но там просто все в снегу, и это очень красиво. Я этой атмосферой зарядилась, и мне теперь хочется еще побыть за городом. Поэтому, да, я решила запланировать там такой небольшой уикенд. Я взяла с собой еще марципановый кекс. Короче, должно быть очень вкусно, классно и красиво. Все, поехали. Дорога у нас займет 2 часа. По Дмитровскому шоссе, но на этой машине, я думаю, мы доедем и с Димой побыстрее. Очень, конечно, это необычно, потому что стены буквально пластмассовые и супер тонкие. Из обогрева в этом домике у нас есть камин, который только-только поставили, он пока начал греть наш дом. И еще газовый обогреватель, его пока что выключили. Хотя я бы его добавила, конечно. Все, что сейчас горит из освещения, это 3 лампы и камин. После 11 электричество полностью отключают, и будет работать только сам камин и свечи. Всем доброе утречко из нашего хвойного леса. Я немножечко опухшая, потому что мы всю ночь боролись с нашим костровищем в апартаментах и подкидывали дрова, чтобы не замерзнуть. Короче, под утро мы немножечко замерзли, и в итоге я занялась этим дымоходом. И очень быстро, на самом деле, остужается, ну, остывает домик, потому что у него вот эти вот треугольнички, ну, как пленка, такой пластик. Под музыку будет. Под музыку я танцую. Загадочный. Смотрите, какой дымочек есть. Видно дымочек? Да. На руке? Сеть видно. Нет, не на руке. Это мне кепочку из такси.
что мы тут делаем в этом домике? Здесь заниматься практически нечем, досуга на территории никакого нет, поэтому мы взяли шахматы, сделали две партии уже, Дима меня выиграл, потому что я не знала правила игры. Мы, как настоящие жители хижины, ходим за дровами, благо это нужно делать недолго и недалеко отходить от домика, и дровишки уже, в принципе, из нас кто-то порубил. И, кстати, здесь очень вкусный иван-чай с клубникой. Вот. Но уже время обеда, поэтому мы сейчас будем выдвигаться на покушать. Хотя нет, я бы еще сыграла в одну партию. Давай. Следующее включение уже с охрипшим моим голосом и из бани. У нас уже было два захода. Я хочу пробовать полностью лечь в снег. Мы сейчас выходили на улицу просто ступнями, ногами. Я хочу прям животом, наверное, или спиной. Короче, поваляться, покувыркаться в снегу всем телом. Вот такая канистра. Запасы на полтора часа нахождения в бане. Наше запотевшее окно с надписью «Кек». Ну что, сегодня 2 января, я вам не снимала, как я проводила 31 декабря. Мы с Яной поехали до 7 вечера между ГУМом, ЦУМом и Столешником, ходили, выбирали ремень ее молодому человеку, я покупала в Dior подарки. Сегодня 2 число, я приехала обменивать подарок, потому что один не подошел, и хочу брату купить сумку. Для него это будет просто идеальный вариант, классно, чтобы летать. Класть документы, телефон. Выбрала в итоге вот такой вариант, он сам его одобрил. Есть еще такие мини-сумки. Сумка банан, но она уже немножечко как-то поднадоела. Что мне нравится. Ура! Сейчас куплю сумочку, и Тёма вернется с дачи. Буду его радовать и поздравлять. Последний подарок на Новый год куплен. Наконец-то. Спасибо большое. А, да-да-да. Благодарю. До свидания. Ура! Можно ехать домой и в спортзальчик. Тёма будет просто невероятно рад. Сейчас я в этом Louis Vuitton уже была здесь, мне кажется, дня 3 подряд. Немного устала от ЦУМа, от этих походов. Не люблю по магазинам ходить, так что все, выезжаю. Такая атмосфера около ЦУМа. Просто... Я хочу кофе, если честно. Просто... Чашечку капучино на косом молоке и все. Не знаю, как у меня это получается, но я этой зимой хожу довольно-таки на расслабоне, на чили, в джинсах, сейчас вообще в кроссовках, и меня греет моя вот эта шуба, я хожу только в ней. Можно буквально избавиться от любой другой верхней одежды, все мои пуховики, другие шубки, просто отдать. Она идеальная, удлиненная, при этом, ну, такая универсальная. Что, мы приехали с вами в English Pub. Очень хочу кофе, но я думаю, что мы сейчас быстро надо сниться, и потом выезжаю в All Time. Ну что, мы с вами уже в магазине All Time. Это крупнейший магазин в Европе. Здесь 1600 квадратных метров. Огромный выбор брендов. Я сейчас буду примерять, выбирать, потому что глаза разбегаются. И выбор мужских и женских моделей очень большой. Что мне понравился бренд Radania. Это швейцарский бренд, но большинство моделей собирается в Бельгии. Тем не менее, качество у них отличное. И я сейчас выберу модель такую аккуратную. Уже посмотрела до этого все на сайте, потому что там гораздо больше выбор. Можно подобрать и померить уже в магазине. Посмотрите, какой классный ремень необычный. И цена супер приятная. Померю их. И еще мне нравится, когда вот сочетание золото-серебро, полуматовый ремень. Здоровский. А сколько у них цена получается? 12 тысяч. Да? Приятно. При этом, да, сапфировое стекло, вот защита, 5 атмосфер. То есть брызги, дождик, ручки помыть, плавать, купаться в них можно. Конечно, маленькое запястье, все велико. А вы, если что, прям сразу на месте можете по размеру подогнать, да? Да, да. Все часы. Мне очень нравится в часах синие циферблаты и зеленые. Посмотрите, как классно смотрится даже сейчас с моим аутфитом. Прям такой акцент классный. Это бренд итальянский. Очень крутой, с акцентом на спорт слегка, но все равно довольно-таки сдержанно и красиво смотрится, не грубо.
что мы сейчас были на втором этаже магазина, смотрела бренды, которые вам показывала, и хочу посмотреть на первом этаже. Представляете, просто сколько здесь брендов, какое огромное помещение. Дальше у нас с вами обзор бренда Boci Titanium. Здесь, как видите, три варианта ремешков расцветок: золото, сочетание золота и серебра, серебро, матовые, хромированные, различные всякие варианты, и также с кожными ремешками. Давайте посмотрим. 10 атмосфер водозащиты, можно плавать, купаться. Или вместе. Материал у часов титан, он гипоаллергенный, суперлегкий. Такой спортивный вариант, но все равно на руке смотрится аккуратно. Что здесь можно просто потеряться. Меряю еще вот такой вариант с кожным ремнем, очень аккуратный, на каждый день просто идеальные часы. По стоимости, сколько они? Сейчас со скидкой 6800. Честно, я офигеваю от цен, потому что бренды реально крутые, очень красивые. Смотрите, как классно смотрится на руке. Здесь помимо часов наручных, конечно, есть еще ювелирные украшения, огромное количество брендов, и мужские, и женские, так что имейте в виду. Сейчас покажу вам бренды, которые эксклюзивно представлены в All Time. Так, я все еще хожу, выбираю. Здесь представлено более 200 брендов различных наручных часов и ювелирки. Конечно же, вся продукция оригинальная. Напрямую сотрудничает с брендами магазин, так что можете быть уверены в качестве. Я вам показала сейчас очень крутые модели, которые прям реально стоит купить. Они стильные, они будут сочетаться идеально с разной вашей одеждой, образами. Я хочу посмотреть еще украшения мужские и куплю себе часы. Так, ну что происходит на улице? Нормально общались ведь? Что вот это такое? Я приехала домой, называется. Поднимаюсь домой греться, я очень сильно замерзла, просто невероятно. Дома нужно сделать еще кое-какие дела, и потом поедем с вами закупать одежду для сноуборда. Так, ну что, друзья, я дома, я сейчас делаю быстро домашнюю тренировку, потому что сегодня в спортзал я не успеваю, и на самом деле сил даже нет. Покажу вам сейчас свои ноги, только не пугайтесь, это от сноуборда. Вот такие у меня чудесные синяки. Это все, кстати говоря, сегодня резко зажило. Я пользуюсь мазями всего 2 дня, и вчера это прям было все черное. Сейчас уже, короче, рассасываются. Покажу сейчас мази, которыми я пользуюсь. Я купила сразу 3 штуки. Короче, весело. Делаем домашнюю тренировку быстро, и с Димой поедем вместе в торговый центр закупиться одеждой. Так, что я использую? Индовазин. Мне советовали подписчики. Это и при травмах, при каких-то суставных, там, если суставы повредились, в общем, при серьезных травмах, и также для синяков. Здесь действующее вещество. Троксирутин как раз-таки для рассасывания синяков, гематом и так далее. Это более, видимо, какое-то мощное вещество. Дальше Траумель. Гель вот такой, тоже очень крутой. Я ими по очереди пользуюсь. И еще я взяла Flexaven крем-гель. Но это больше для капиллярной сеточки сосудистой. Просто на ноги мазать, чтобы снимать усталость. Это никак не связано с гематомами. Короче, вот эти вот 2 я использую продукта. И также гепариновая мазь. Самая дешевая, обычная, она мне всегда помогала. Но сейчас, так как у меня ситуация прям супер такая мощная, и синяков много, я взяла что-то посерьезнее. Ну что, следующий кадр. Я уже в магазине, в аэропарке, выбираю себе маску. К сожалению, моя с Asics не успела прийти, хотя, может быть, завтра еще будет доставка, я не уверена, но решила постраховаться и купить то, что мне не достает, чтобы не переживать. В мире 2 маски, они разные по цене. Но так как я пока не профессионал, поэтому мне можно, кажется, самую простую выбрать. А мне кажется, какая-то более крупная, знаете, типа такая стрёмная, нет? Кто? Вот эта маска. Чем-то? Да, она как-то приятнее тоже сидит, как будто. Ну, естественно, поэтому в 2 раза дороже. Не, в целом, в принципе, обе смотрят с нами. Смотри, главное, что тебе удобно было, тебе целыми днями кататься. Короче, выбираю маску, покажу вам в итоге, какую возьму. Следующий магазин и следующая покупка – это шапка. Смотрю вот такую от Roxy, она прям супер утепленная, здесь внутри флис, толстая. Потому что сейчас нам не очень везет, планируется, что будет минус 12 или более градусов, поэтому лучше взять что-то потеплее. Возьму свою еще адидасовскую фиолетовую шапку. Идем, наверное, в другой магазин, может быть, в Pull&Bear, потому что спортивные мне не очень нравятся, они какие-то очень грубые. Этот прикольный, кстати, комбез,
Это вроде тоже Roxy, да. Голубой, очень крутой комбинезон именно. И вот мой костюм, куртка и штаны отдельно. Мое состояние. Я жду размеры ботинок, мне кажется, что их не будет, поэтому просто полежим. Купила уплотненные носочки. Вот лежу с ними в обнимку на кресле. Что еще остается? Время уже, кстати, близится к закрытию другого центра. Я купила себе наколенники, защиту, носки. Шапку не купила, но у меня, в принципе, есть. Что можно докупить, будет там уже на месте. О, какие-то ботиночки есть. Это новости. А я готовлю салатики, кстати, очень. И кому это не интересно, ну да ладно. Фел. Я застряла.